Здравствуйте, с вами вновь Александр, и сегодня я хочу рассказать вам об очень стремительно набирающей популярность прогулочной коляске от компании Joy. Модель называется Light Trax 4. Собственно, вот коляска Joy Light Trax 4. И в двух словах технические характеристики. Она предназначена для детей с рождения и до 3 лет. И максимальный вес ребенка не должен превышать 15 килограмм. Так, и сама коляска, кстати, весит 9 килограмм. Кому это важно, учтите. И изучать мы начнем ее сверху вниз. И в первую очередь хочу отметить ее удобную ручку. Ручка хоть и не имеет регулировки никакой ни по наклону, ни по вылету, но находится ровно в том месте, где лично мне удобно. У меня рост 186 сантиметров, и эта высота для меня лично идеальна. И ручка здесь, кстати, обита прорезиненным материалом, тактильно приятным и с очень хороший приятный хват. Вот, кстати, сразу скажу, здесь обратили, наверное, внимание, может быть, вы. Здесь в комплектацию входит органайзер с двумя подстаканниками и с такой маленькой нишей. Я вам покажу подробнее. С крышечкой на липучке. Можно что-то туда положить, спрятать, может быть, телефон, еще что-то. Вот, а что касается козырька коляски. Козырек здесь реально большой. Он большой и имеет отверстие с москитной сеткой там, для вентиляции, чтобы вы могли наблюдать за ребенком. Но если вдруг вам покажется, что козырька мало, вы можете всегда его расширить с помощью замочка. Открываем, и вы увеличили еще на одну секцию. Но имейте в виду, вот эта секция, она в солнце вам поможет, но в дождь она не поможет никак, потому что здесь москитная сетка. Вот. Кстати, ткань вообще в коляске используется очень приятная, что-то напоминающее, наверное, джинсу, такую гладкую. Но ткань реально качественная, приятная. Так, что касается сидений, соответственно, здесь тот же материал используется. На сидении здесь матрасик мягкий, реально мягкий, приятный матрасик. Снизу, соответственно, тоже мягкий. И что касается безопасности, используйте пятиточная система ремней с мягкими накладками и на плечевую зону, и на паховую зону. И также для безопасности ребенка здесь установлен бампер с обитой мягкой тканью. Вот. Что касается комфорта, здесь регулировка наклона спинки регулируется способом простым. Здесь сзади рычажок, за него тянем, высвобождается там крепление, и мы регулируем. Здесь получается 4 положения, 2 крайних и 2 промежуточных. Вниз я уже показал, как это опускается, а вверх ничего не нужно нигде нажимать, просто поднимайте. Услышите щелчок характерный, значит, она зафиксировалась. И что мне нравится, спинка в максимально поднятом положении, она почти под 90 градусов, и ребенок не будет по таком полулежачем положении лежать, когда он бодрствует. Вот, это что касается спинки. Само сиденье широкое, длинное, поэтому простора для ребенка здесь более чем достаточно. Подножка здесь, эта часть регулируемая. Здесь у основания подножка с пластиковой заглушкой для упора, удобного для ног. Вот. И что касается шасси. Шасси здесь используется для такого рода колясок, я их книжки называю, классической формы. Они все друг на друга похожи, коляски, кто так складывается. Вот, шасси металлическое, очень качественно сделанное. Мне понравилось. Ничего здесь не болтается, не скрипит, все здорово. Вот. И что касается амортизации в шасси, здесь с этим тоже все в порядке. Здесь амортизация есть на всех 4 колесах. На задних чуть больше ход, на передних чуть меньше. Но все равно в целом картина приятная. Ребенку будет хорошо, мягко и комфортно ехать. Это здорово.
Что касается колес, колеса здесь большого диаметра. Это говорит о том, что коляска всесезонная, зимой, и осенью, и летом она вам хорошо подойдет. Она, колеса не надувные, поэтому вы их никогда не проколите. Вот. Передние колеса, соответственно, как и везде, имеют в большинстве колясок, имеют возможность блокировки для преодоления какой-то неровности. Все это легко делается. Разблокировали, едем дальше. Вот. Что касается тормозов коляски, здесь все тоже просто нажали, заблокировали, отжали, поехали дальше. И немаловажным моментом является то, что в коляске установлен достаточно большой багажник. Багажник лично для меня это важно, потому что часто бывает нужно что-то туда засунуть, там магазин вы пошли, еще что-то. Он должен быть большим. Здесь багажник вполне себе большой. Вот. И комплектация хорошая. Сюда входит дождевик, и, как я уже вам говорил, этот органайзер. Поэтому отдельно максимум, что вы захотите, если докупить, это москитная сетка. Ну, она копеечная, поэтому каких-то затрат дополнительных эта коляска не требует. Вот. И это очень здорово. И, в принципе, все, что хотел я вам рассказать про эту коляску, я вам сказал. Единственное, еще сейчас покажу, как она складывается. Складывается она тоже достаточно простым способом. Здесь нету нигде никаких каких-то специальных кнопочек. Здесь все чуть похитрее сделано. Вот здесь под ребенком вот значок беленький говорит о том, что снизу есть ремешочек, за который мы дергаем, и смотрите, что происходит. И бампер служит нам ручкой для транспортировки. На мой взгляд, очень удобно. Вот этот фиксатор зафиксировал, все грязные колеса снизу. Вот, по-моему, очень удобно. И 9 килограмм, это, в принципе, не так уж и тяжело, немного для коляски. Поэтому фиксатор освобождаем. Все, можно ехать. Вот, в принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Подытожим мое мнение. Среди подобного рода колясок очень большой выбор на рынке, но очень мало производителей предлагают такое соотношение цены и качества коляски. Эта коляска, я думаю, популярная за счет своей цены и качества, потому что она ощутимо дешевле прямых ее конкурентов, но она ей, в принципе, ничем не уступает по качеству изготовления. Здесь лично мне понравилось, все очень здорово. И кто ищет недорогую, но хорошую прогулочную коляску для ребенка, всесезонку, поэтому рекомендую обратить на нее внимание. Реально интересная вещь. Вот. Ну а вам, если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я, в свою очередь, хочу еще поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что предоставили нам эту коляску для обзора. Вот, спасибо им большое. Ну а вам, в принципе, всего доброго и удачи!